Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Тайный НЛО, сегодня для вас есть очень экстренный выпуск. В общем, то, что вы думали, все стало меняться. Для того, чтобы все оценить, дорогие друзья, для интереса, пожалуйста, досмотрите до конца. Оставьте комментарии, поделитесь роликом с друзьями, с близкими и самое главное, не забудьте поставить колокольчик. В общем, сегодня речь пойдет о НЛО, о роботе и о драконе, который вы, дорогие друзья, уже видели, наверное. Что на самом деле скрывается на Земле? А именно то, что мы с вами навряд ли когда-то что-то раскроем. А именно, давайте посмотрим очень интересный ролик, который прислал нам один подписчик из Калининграда. Посмотрите внимательно. В облаках скрывается какой-то огромный НЛО. Но на самом деле это, скорее всего, робот. Робот, который просто-напросто может сканировать нашу Землю. Для чего, я пока еще не могу понять. Но давайте допустим, очевидец сам случайно заметил яркую вспышку, которую как раз сдало это необычное НЛО. В общем, все происходило как всегда. Около 16:00 он в небе увидел яркую вспышку, как горит, ну, как сгорает звезда. Все, наверное, видели. Но тут, дорогие друзья, совсем иначе вспышка была, которую вы сейчас, наверное, заметили. НЛО этот необычного типа, он максимум может как нести и добрую, можно сказать, позицию, как и злую, потому что эти НЛО, в общем, не только, как вы думаете, для дружеских там отношений, а именно для ископаемых. Они могут воровать наши ресурсы. И эти были сюжеты сделаны, когда, например, в Канаде из реки прям в прямом эфире очевидец снимал своей камерой, как НЛО забирал золото. Правда это или нет, останется загадкой, но мы идем к другому сюжету. А вот, дорогие друзья, появились очень кадры, которые засняли очевидцы. Луна. Луна, которая прямо рядом. Посмотрите внимательно. Может нас обманывать? Может это не Луна? Или все-таки что-то стало твориться на нашей планете? А именно, люди стали бояться о происходящем моменте, который мы сейчас наблюдаем. В общем, Луна просто-напросто не такая, как и простая. Это, дорогие друзья, скорее всего, огромный НЛО корабль, который маскируется под Луну. А может, все-таки и есть эти кадры, которые люди думают, что и Луна. Эти кадры были сделаны недалеко от границы США с Мексикой. Но на самом деле я понять не мог, дорогие друзья, что это на самом деле. Но люди утверждают, что это, скорее всего, конец света. Thank you.
А этот последний сюжет вообще шокировал людей. Посмотрите внимательно, появился какое-то необычное существо наподобие дракона, и людей, которые видели эту картину в Китае, были шокированы. Утверждают местные жители, что этот дракон появился в каких-то горных местностях. Сперва была такая маленькая, но необычное землетрясение, а потом скалы стали падать, и оттуда вылетел, а можно сказать, даже и вылез вот это существо. Правда это или нет, дорогие друзья, решайте с вами. Но это, дорогие друзья, ужас. Ставьте лайк, подписывайтесь и ждите следующего сюжета.